Всем здорова, дорогие друзья, с вами Даваска. Возможно, вы посчитаете этот видос кликбейтом, но это не кликбейт. Я реально подарил машину своему другу. Ну, скин на машину. Тут как бы разница небольшая. Я надеюсь, что вам видос понравится, поэтому приятного просмотра. В общем, ситуация была такая. Все вы знаете Гуччи, с которым мы часто снимаем видосы, играем на туриках, хапаем рейтингу и так далее. И у него была такая ситуация, что по срочным семейным обстоятельствам он должен был уехать из города во время этого события, когда было пополнение на машину. А киви терминала в той деревне, куда он уехал, не было. Пополнить он не мог. Он настрелял у людей по 100 алмазов, и так он накопил 500 алмазов. У машины оставалось еще 500, был последний день пополнения, и он все, мы с ним играли, он такой: все, я машину не заберу, все пропало. В общем, вечером я его вытащил в Discord, типа, пойдем снимать видос. И типа, смотрите, что будет. Ну все, давай, заходи в игру, сейчас пойдем видосы снимать, как и договаривались. Ой, сейчас зайду, ай. Давай. Я тебе рассказываю историю, как сегодня до магазина ходил? Нет, расскажи. Хочешь, расскажу? Че, а не упал по дороге, потому что я сегодня... Ой, чё за машина, бля, бомбовые. Ой, нормальные, спасибо большое. Ой, мне такой подарок Никита еще не делал. Ой, машины тебе пошли, покатаю теперь. Ой, пойдем. Ой, бля, какой, блин, красивый. А все, давай, иди нахуй, поехали. Ай, меня с собой забери, да? Ах ты, Кириса хотел уехать, да? Ой, блядь, смотри, мой диски, блядь. Горит, блядь. Быстрее воду надо, блядь, затушить, блядь. Машин пиздец больше. Ой, блядь, колеса горят, я же чувствую, как жопа тут горит, блядь. Ой. Ой, взлетаем. Стюнка. Стюнка, блядь. Люди, а вон они. Ай, блядь, смотри, взял. Сбивай. Давай. Там двое. Ты по машине мой стрелял, что ли, блядь? Вот так, получается, он не ожидал, что я ему подгоню скин. Он реально обрадовался, потому что он все думал, что все пропало, и машину он не заберет. Я не знаю, что еще сказать в конце этого видоса. Просто поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий. И да пребудет с вами скилл. Всем удачи.